Всем привет, с вами Серега, и сегодня мы сделаем вот такой вот интересный светильничек. Вот так вот он у нас выглядит. Включаем его. Вот такой вот светильник. Ну и для этого нам потребуется много стекла. Еще нам потребуется светодиодная лента. Дерево немного. Вот такой вот маленький обрезок от лопатки деревянный. Ну и конечно же самое главное — это 9-вольтовая батарейка с держателем и выключателем. Ну и первым делом мы отрежем вот такие вот 4 полоски. И вот здесь вот так вот нам их будет необходимо закрепить и спаять. Ну и от них мы уже выведем переключатель на батарейку. Ну а ее мы вот здесь вот приклеим. Ну и сверху мы поставим вот эту вот дощечку маленькую. И закрепим здесь также переключатель. Ну и на все это мы сверху положим наше стекло. И получится такой вот у нас светильник интересный. Мы сделаем вот здесь небольшие выемки, чтобы вставить туда нашу светодиодную ленту. И будем ее уже спаивать. Ну вот, вот такая вот у нас получилась штука. И теперь мы их спаиваем между собой. Спаивать я буду все с помощью маленьких проводков. Вот так вот я все спаял. Ну теперь давайте подсоединим батарейку и проверим. Все у нас отлично светится. Вот так вот это мы все приклеим, сверху поставим небольшой выключатель и окрасим это все лаком. Ну и вот я вот так вот окрасил все. Здесь я сделал небольшое отверстие, и отсюда мы выведем наши провода. Ну и осталось нам только вот здесь все приклеить. Вот здесь вот так мы склеим. Ну и еще приделаем вот здесь вот переключатель сбоку. И будем уже потом приклеивать стекло. Ну а пока мы это все спаяем. Вот так вот у нас все получилось. Здесь мы закрепим. Ну, теперь давайте включим и проверим. И теперь мы уже сюда будем приклеивать стекло. Ну а приклеивать я его буду на обычный супер момент. Вот так вот мы его немного в бок ставим и тоже приклеиваем. Мы приклеиваем все наши стекла с небольшим наклоном. Ну и в итоге у нас получилось вот такой вот светильничек. То есть вот так вот это все выглядит. Включаем. Вот такой вот у нас офигенный светильник получился. Вот так вот он выглядит в полной темноте. По-моему, очень здорово. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Серега. Всем пока.